Всем привет, ребята, на канале Сахалос. И сегодня мы... эпическая губка, она такая прикольная. Получился эпический ужас. У меня не получается эпический ужас. Эпический ужас. Что значит, у нас нет места? Есть место? С моей подкладкой? Ничего, у нас есть место. Я не плаваю. Она стоит такая рядом с губкой. Губка рядом с губкой. Давай. Покажи мне ее. Я покажу на 10 раз. А? А тут этот делается с проливелом, наверное, следит. Еще 10 часов. Мне получился сверлевир, серебро и зелено. Зачем я буду? Так получилось. У меня все получилось. Так получилось, что все получилось, кроме эпического ужаса. Вот, видите, здесь у меня редкий церебр. Здесь обычный. Церебр делается, то есть будет два. О, два церебра. Редкий, обычный. Обычно я отправлю на это кефира. Красиво выбрано, бери и нарастишь. Здесь на воде у нас получилось диода. А, и вот еще одна лопага у нас редкая. Вторая у нас уже такая есть. Мы поставим ее к ней. А здесь у нас делается диодочка. Так, сейчас быстренько собираем денежку. Самый богатый. А, давайте мы вернемся на воздух и по цельщику поставим. Кубок шагает. А когда ты будешь уже делать? Не буду делать подсачку вообще. Не хочу подсачку. Будешь делать. Я увидела такой трофей, поставил его здесь рядом с подсачкой. Редкий есть. Это было классно. Чтобы она была радость, тебе надо ее сделать. Ну, мне тут занято серебряно все. Так что, не спал. Ну и земля, вот тут у нас получился эпический редкий помпон. Обманывай, не эпический редкий. И мне кажется, что вот здесь тоже делается редкий помпон. А может быть нет. А? Я не знаю, вот 46 минут осталось. Видимо, будет два у меня редких помпончика. Место жужжук, у меня получается редкий помпон. На угольном бежище, вот она, Ваня. Как ты ее вывела? Погоди, посмотри, сколько времени. 15 часов, как ты это сделал? А здесь еще редкий трюк. Как ты ее вывел? А? Как ты ее вывел? Ваня обиделся, потому что у него не получилось эпическое головотек, а мне он ее вывел. Он ушел от нас. Только у нас все равно делается уже. На самом деле мы хотели сделать типического шнобеля. Здесь делается дуэт. В общем, тут в основном все занято. Сходим на сезон хижина. Посмотрим, что же у нас здесь. Подадим холл. Подадим холл. Ну и давайте попробуем вывести редкого джема в сбор еще раз. Ну или хотя бы обычно. И мы пробуем. Сейчас будем вводить. Такая вот невезуха. Ну а вы были на канале Сахалос. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк. Всем пока-пока.